И всем привет, вот мы вернулись в игру. Да как он там приборчик этот, ой, грязненький весь. Странно, тихо, я кого-то слышал. Ага, вон, шевеление есть. Потихонечку. Грибочек. Так, так, ты один там, что ли? Надеюсь, что один. Спи. Блин, болты уже на максимум. Я еще ни одного не выстрелил. Опа, тихо. Банки туда же никуда не лезут. Тоже никуда не лезут. Да что так там? Во что? А, в скамейку. Ладно, давай через дом пройдем. Ну вот и записочка. Там еще химия есть. О. Что-то никого нету, что ли? Странно даже. Подозрительно, я бы даже сказал, что никого нет. Что там такое? Это памятник. А куда дальше-то идти? Дальше туда. Так, ну тут все вроде бы. Все собрал, все, что можно было собрать. Кроме грибочка вот этого. Хорошо, хоть химия лезет. Сколько влезет. Опа, баночки. Пистолет, главное. Кухонька. Ладно, тут ничего интересного нет, пошли отсюда. Туалеты. Так, а мост-то сломанный? Сломанный, обходить надо где-то. Там не обойдешь. А, трос. Блин, надо наверх подниматься. Хорошая, блин, система остановки. Узел на... А, нет, просто веревка уже... держись давай. Ой-ой-ой, может лучше назад? Вроде убежали. Какая скотина здоровая, и хрен убьешь. Так, надо куда-нибудь схорониться. Счеты. Химия. Пивко. Вот хорошо. Еще химия. Где-то что-то пищит, блин. Волки как бы слышно, что они где-то есть. Но я их не вижу. Да, приборчик, конечно, прям очень сильно помогает. По-моему, так я лучше вижу, чем, блин, в этом зеленом свете. О.
А, это олень был, я думал, это волк. Нет, это... Как раз нормально все было. Так, вон, охотничьи эти. Мне надо куда-то наверх залезть. Там переночевать, наверное. Вот у них тут система этих вот... Канат куда-то туда идет. Блин, это зараза так водится. А, может я по этому канату могу наверх подняться? А вот и нет. Оттуда можно только спуститься. Колесо. Не знаю, кто это, но мы будем так же самое вырубать. По возможности, конечно. Ты тут один или у вас больше, чем один? А, пока вижу одного. Блин, а что ты там наступил-то? На ветку? Вот, нормально. А что там у тебя за зеленая жижа такая? А, грибы, наверное, эти. Что это? А, креветки эти. Креветок варит больших. Так, ну-ка, ну-ка. Паучки. Тут кровати прям замечательно. О! Ты, блин. Киш-киш-киш. Фу-фу-фу. Самогонный аппарат, что ли? Ну, я это трогать не буду. Оно мне не особо надо. Пещерка? Подожди. На колесо посмотрим. Чего оно так медленно крутится? А где же генератор? Смысл просто от этого колеса. Ну ладно. Слезем вниз, что ли? Может, здесь можно переночевать? Или нет? Грибы кругом, свечки. Чё там такое? Грибочек можно взять? Нет. А во. Теперь можно. Шипишь-то мне сзади, зараза. Как пошиплю разок. Так, надо... Это вот аккумулятор. А ты что сделал? Так, у меня есть какая-то другая стрела совсем. Ну, вот там, где которых больше, наверное, выставлю. А, нет, это наоборот. Я сейчас поменял ту, которую у тебя... Нет, это нифига. Одна единственная была. Во. Грибы, грибы. Нормально, блин, подошел к водичке. В смысле, откуда тут такая лужа может быть глубокая? Ну ладно. Пошли туда. Нам тут не рады, пошли сюда. Так, химия, это хорошо.
Свет выключать нет смысла. Так, я с другой стороны просто очутился. Зачем оно мне тут надо? Ну ладно, мне как бы наверх вот туда бы подняться. Где-то там должна быть где-то лестница, может, есть, чтобы можно было вылезти наверх. А не ори там. Дайте лестницу. Ну что ж ты опять за все там зацепляешься? А во. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да прыгай, давай же ты, блин. Да блин. Где-то моя тут стрела должна быть. Тебе, в принципе, не страшно, если одного потеряешь. У меня их полно, так что ладно. Здесь меня волки как минимум не достанут. Целая стая, блин. Так, книжечка. Берем. Походу, тут настроили. Ну да, нормально. Там ни волки, ни та зараза их не достанет. Где ты там? Чудовище. Вот оно. Хочешь, я тебе болтик подарю? Арбалетный. Блин. Он застрял. Может, я могу убить его? Вряд ли. Он попал. Что ты там мечешься, блин? Тюлень. Вон он, вон он, вон он. Да блин, остановись хоть на секунду. Попал. О. Тут просто арбалет, да? Возьмем тогда стрелы. Орешки. Зажжем свет, чё бы нет. Вот это другое дело. Чё, он убежал уже? С моими стрелами-то. Ладно. Так, а где тут можно переночевать-то? Нет, он не хочет уходить. Ну и не видно его. Нифига. Вот здесь нету, негде переночевать-то. До утра. А слово совсем. Можно потом у тросу... А, этот трос куда ведет? Это оттуда, оттуда сюда. Понял. А, у меня поспать-то можно. Ну... Я не знаю, если смысл мне сейчас вообще спать. Лучше, может быть, идти куда надо. Пока темно, их менее плохо видно. Свет выключи. Так, волчары бегают. Ой. Целый табун. О, какой-то домик. Или что это, экскаватор? Нет, это дерево сломанное. О, кролики. Или зайцы. Так,
Так, это вот там ничего интересного. Включи свет. Еще кролики. Что-то такое. По-моему, это сетка какая-то там или что-то типа того. Опа. Чей будешь? Враг, непонятно. Чужак, иди своей дорогой, я тебе не враг. Ну, стреляй. Я смерти не боюсь. Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил. Так, а что удерживать? А, пустить оружие? Ну, это можно. Не будешь стрелять? О, правильно, значит, говорят. Не все чужаки злодеи. Вон и Олька вашего защищает. Говорит, нельзя его без лесного суда к столбу. Он тоже вроде ничего, нормальный. Поспеши, сможешь ему помочь. Только прошу, не убивай наших. Они хорошие ребята, все. Просто нам слишком часто приходится защищаться. Ну, я так и думал. Так, у тебя ничего тут больше нет? Лови рыбу. Блин, этих волков тут миллион. Может, на крышу можно залезть? Ну, давай. Ну, серьезно, вводишь. О, отлично. Нам куда вообще? Туда дальше? Ну, да, прямо вон там. Пробежимся даже немножко. Заткнись. Кстати, вон туда можно было подняться. Ладно, пошли, болт заберем. Ой, промахнулся. Да что ж такое-то, блин? Ну стреляй! Я 15 раз нажал на выстрел, он ни разу не выстрелил. Где там те болты? Можно мне как-нибудь сюда подняться, а? Спасибо. И перебить бы всех. Блин. Надо было не останавливать прицел. Еще Олежка. А где эти болты? Я же где-то вот сюда вот ее пулял. Вот тут вот где-то. Нет уже нифига. Ну ладно. Так, что там наверху? Стоит пройти. Ну давай. Да ты что, ты подвис там, блин? Нажимай на пробел, он не прыгает. Так, а что тут есть? А тут ровным счетом ничего. Опа. Это меня. Где этот гад там? Наверху, что ли? А я в пещеру лучше позайду. Оу. Ну тут наверх я вряд ли поднимусь. Прям так аккуратненько спустился. А, понятно. Поймался. Который кусался. О, смотри. А вот и второй. Я же говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну, а чего ты ее у нас поставил? И вообще,
у тебя уже рюкзак чужака есть. Ах ты ж. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось кто засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них. Забыл? Слышь ты, умная сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал. Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть. Опа. Чтобы потом другим. Привет, Миша. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Тут я не виноват. Сами виноваты. Так, можно он еще наверх подняться. Автобус есть. Куда он там убежал, это чудо? В эту сторону где-то. Что тут? Куда он мог здесь деться? Ладно, типа убежал. В автобусе что-то есть для меня? В кошелке? Опять этот мишка стрёмный. Химия. Ну тогда пошли наверх. Но не подпрыгивай ты все, хоть и тресни. Да ну, брось. Просто это дело, это ёлки-моталки. Полезли наверх. Мне вообще-то рюкзак мой нужен. Я без рюкзака не могу ни хрена делать. Ни аптечку, ни то, ни это. Я вообще ничего не могу сделать. Да. Не густо. Скажем так. Мне вон туда. Опа, это что там у нас за свет такой? Надо пойти глянуть. Сейчас посмотрим, что за свет. По-моему, эта собака сутулая пока не будет приходить. Они ее там хорошо подпалили одно место. Так что не думаю, что она придет. А, вот мой рюкзак. Ты молодец, от хозяина леса выйти. Не каждому дано, не каждому совсем. Ты это мое. Опасный, значит. Чертов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. А может, я тебе бы аптечку дал, да? Наших защищал, не ссал, девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я... Ворону, что ли? Так, ну рюкзак есть? О, стой, мне ж надо... У меня ж рюкзак есть. Так, болты, говоришь, а что за болт? Просто арбалетные болты. Так, это разбираем все сразу. Оно мне не надо. Так, это у нас... Тройной магазин, но он вроде как установлен уже, да? Да. О,
Давай-ка мне нормальную оптику. Во. Стабильность хуже, говоришь? Не, лучше, хуже, во. Вот это встреча. Вот это встреча. Внезапная. Поспи-ка, пока что. Кто там, блин, сигнал сигналит? Да, вот это я нарвался на них, блин. Ну, замешкался долго сильно. Так, в кусты, да и по носу ему дать. Вот еще наверх можно залезть, кстати. Ты один, да? Это же замечательно, что ты один. Ушел. Ну давай, беги. Тогда же интересно. Йой. Это не твоя шляпка катается? Так, у вас тут должно быть так. Давай сохранимся чуть-чуть. А что нельзя? Недоступно. Так, вон один вижу сидит. Их было здесь трое. Осталось двое. Ну да что ты там не можешь пролезть? Ошибочка вышла. Их тут еще один был. Не страшно? О. Так, лутанули. Так, подожди. Я бы от винтовки не отказался. У меня что-то оружия-то нет, кроме арбалета. Чуть я. Так, ну тут... Лазер не особо нужен. Это у нас какой... Ночной, блин, придется открытые ставить. А дробовика у вас случайно не было? А то еще тут... Это уже не то. У тебя винтовка просто была. У того студента что было? Арбалет. Кто там плюется, блин, все время? Я воздушку хотел, да, но теперь, походу, ее не возьмешь особо. Ходит, бродит. Я не знаю, как большой лагерь можно освободить от всех и никого не убив. Это реально вообще? Так, а где что-то пищит-то? Где-то что-то пищит, а где? Непонятно. О, взял, отлично. Что-то не хотел персонаж выскакивать туда. Так, что там в доме есть? О, это нам. Бутыльки. С самогонкой. Так, ну тут в окно никак. Да там нечего ловить. Да серьезно, ты через такой маленький заборчик не можешь перепрыгнуть? Могу переставить идти твою налево.
Так, прибор ночного видения вроде как должен быть. О, ну это хоть лучше, чем тот прибор, который на этом на арбалете навешанный был. Вообще ни о чем. Так. С одной штуки можно перебраться на разные. Установим. Разговаривал, вдруг замолчал. И никому это как бы не интересно. Жалко, здесь усыпляющих каких-то стрел нету, чтобы можно было их усыплять, а не убивать. Но таких стрел нету. Так, еще более лучше, да? Стабильность еще больше, ну и все. Тут у нас ничего нет новенького. А вот эту штуку стучат. Не, стучать не надо, в смысле звонить. Нет. А туда, только оттуда можно. А ладно, там, скорее всего, ничего нет хорошего. Пока ночь, надо идти в лагерь. Ой, это... Вот спуск. Может, проканает хоть поубивать. Точнее говоря, не поубивать их. А как войти-то? По-тихому. Там он охранник сидит. Два. Сохранись. О, теперь можно. Ворота-то закрыты. Блин, тут я никак не проползу при всем желании. А через забор никак. Вон противовес, может, надо стрельнуть в бочку. Точнее, в веревку она опустится. А, подожди. Вон как можно было бы заехать туда. Понял. Ну, правда, там этот стоит. Надеюсь, он меня не заметит. Ой, блин, уже светать, что ли, начинает? Давай быстрее. Так, где тут трос? Вот этот. Насадка, я сюда. Так, занимаем высоту сразу. Аккуратненько. Свет. Блин, светает уже прям четко светает, блин. Давай. Уп. Блин, мне надо переночевать. Или где-то сохранится. Че это? А че тут олень валяется? Куски мяса валяются. Туалет, блин, ладно. Нет, это не самое лучшее место, чтобы где прятаться.
Блин, тут не переночуешь тоже, да? Понятное дело. Скорее всего, в лагере вообще нигде не переночуешь. Давай туда вниз. Тут явно сюда никто не ходит. Затушим костер. О. О. Мощность увеличилась сразу. Урон, точнее говоря. Не, зря я костер выключил, вообще ничего не видно. Спим. До следующей ночи. Так, до темна, во. Ну или ждем. Неважно. Кушать нам все равно не надо. Не пить, не есть. Все-таки ночью нам будет сподручнее. Это точно. Все. Пошли работать. Блин, я не сходил так и в пещеру, не посмотрел, что там. Тихо. Веревочка. Ну это просто потаенный ход, ладно. Тоже зажег лампу. Так, вон какой-то. От слова художник, по ходу дела. Тихо. И не бухти. Почему такой звук? Би-би, как будто я плохо что-то делаю. Так, вон. Так, сколько их там возле костра? Много внизу. Очень много. Наверх, давай, лезь. Так, я могу поверху пройти, да? От того, кого-то вырубить из этих. Но мне, в принципе, походу надо просто пройти, не обязательно всех. Надо сделать так, чтобы меня просто никто не видел. Так, рычаг открывать не будем, а мне нет доступа. Ну да, понятно. Так, пока этот он не смотрит, куда надо. Не стучи, не мешай людям спать. Блин, а? Да-да-да, сходи проверь. Так, и винтовка снайперская, да? Давай сюда. Дробовик. Не, давай лучше дробовик. А ты что там между чего взял? Так, ладно. О. Тут у нас что-то новенькое вроде попадалось, не? Вроде нет. На винтовку тоже ничего не было. А может быть все-таки дробовик взять, а? Хотя такой дробовик мне не нужен. Лучше нет.
Кто? Где? Никого. А вот и нет. Что ты тут в углу делал? О, верстак, отлично. Я могу оружие поменять? Блин, нет. Что новенькое, говоришь, появилось? Что за болты? Разрывные арбалетные болты. О, вещь хорошая. А что ты так скрипишь-то? Пока хватит. Так, ну нормально. О, послушаем. Дети совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Они полностью обеспечивают себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными и людьми. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог. И теперь пора отойти в сторонку. Они уже большие. Справятся. Опа, не понял, откуда здесь арбалет? А, вот, почему я вообще не заметил его? Ладно. Так, ладно. Есть лестница вниз. Давай. Блин, надо было сохраниться. Аккуратненько. Я уже здесь был, да? Ну да. Тут кто-то спит, что ли? Да нет. Ну, кто-то зевал. Прямо рядышком. Во, сюда пошли. Охранничек. Сколько вас двое, да? Не трусить. Да знаю я. Не. Не трусить. Все по-тихому надо делать. Вот здесь кто-то стучит. Надо ему этот стучалку отбить. Ага, вижу. Что-то прибивает, наверное, да? Или ремонтирует. Ты тут один? Так, дробовик. Вообще дробовика у меня вообще нет. Но я не смогу с него сделать наверное, тот дробовик автоматически, скорее всего. Да не скорее всего, так оно и есть. Ну давай это попробуем. Винтовку возьми эту. Что мы с него сможем сделать? Что мы с него сможем сделать? Ничего, да? Четырех. А мощность упала, да? И удобство, и мощность все упало сразу. Да, он тут 4 патрона. Ай, блин.
Может на винтовке остаться. Дробовик так-то нужен, блин. 4 ствола. Ну, хуже. Не намного, правда, но хуже. Ладно. Наверное, все-таки я... А где винтовка? А, вот. Все-таки я с винтовкой останусь. Все-таки оставлю себе винтовку. Хотя у меня 2 винтовки, но они разного калибра, так что нормально. Так, все, что тут есть? Кровати. Я бы сохранился. Ой, факел, только сюда не смотри, надо его потушить. Ой, а я такой невидимый, капец. Какой-то странный голос. Тихо. А тебе какое дело? Да нет никакого. Только ты хоть мокси голос. Тревога! Ты чё, дурак, орёшь? Ты с птицей разговаривал, летит твою мать. Я думал, тут с кем-то тут болтаешь. Ну, нормально пошло. Лучше даже, чем я думал. Отлично. И грибочек дадите мне? Эта тварь где-то здесь уже. Не видишь, я в него логово, в логово его иду? Так, ну здесь пещера не может быть, не. Оу, ай, зараза. Куснула. Да ты... Я еле двигаюсь, а не нормально. Перед глазами все плывет. Тихо. А что это здесь такое интересное? Как в Скайриме, блин. Проходы такие в пещеры. Ну давай. Так, киш отсюда. Это давай-ка. Ты кто такой, пират? Кого-то пристрелили. Странно, куда-то я сейчас приползу, а чуть я не музаву.
Блин, куда я вообще приперся? Ой, блин, убери этот прибор. Черта не вижу. Так, еще лучше сделал. Глаза вытекают. Ага, все правильно. Так, ну это уже, по-моему, бандиты. А с бандитами можно уже особо и не церемониться. Ой-ой-ой. Так, тут еще кто-то есть, давай-ка его. Развязать тебе? Не развязывается. Ну я бы тебя выпустил, да нет такой возможности. Ладно. Так, что с этими делать? Их аж целых... Аж трое, блин, так не получится. Сука, стрёмно как. Стрёмно, говорит ему. А, еще один ходит. Я смотрю, вас тут много, да, ребята? Так, у меня арбалет есть, если что. Он беззвучно стреляет. О, еще не заряжен. Ну ты молодец, конечно. Ну где ты там? Не-не, давай, просто все с ним. Да куда? Да что ты? Тебе надо все по-новому ставить. Случайно, блин. Ну вот. Ну, тут прицел тут такой себе. Все потому, что вы не дружные. Приходят вот эти... Те за тех, эти против тех. Держались бы вместе, было бы все нормально. Так, ладно, это такое. Свет выключу. Так, вон там кто-то ходит. Может, с арбалета кому-нибудь грохнуть. Это на что? Это пистолет. Чё ты тут искал? А, я заберу. Тебе уже не надо. Так, о. Можно вниз, но вниз мне не особо надо. Только не поворачивайся, арбалет. Если что... Так, арбалет, да, в смысле, дробаш. Ладно, снимаем просто с него. Двуствольный дробаш — это такое себе. О, они разошлись. Это хорошо. Это замечательно. Они разделились. Так, сколько вас тут? Ё-моё. Упс.
Давай с этой стороны тогда. Ну, блин, не может пройти. Ну ты ж... Тюлень, блин. Вот так-то. Лесные братья, блин. О, а что это у тебя такое? Что это за оружие? Даже не знаю, ну давай возьми. Посмотрим, что это такое. А, винтовка, что ли? Мне две винтовки не надо. Ну да, это винтовка. Ну да, это она и есть. Это магазин, ага, отлично. Возвращай обратно. А с этой все забери. Во. Вот это я понимаю, магазинчик так магазинчик. Так, хорошо. Химия. Дробовичок. Так, свет тушим. Так, вижу фонарик. Это хорошо. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. У вас как-то очень много. Я думал, тут вас... Осталось уже совсем ничего, а тут нифига. Так, ну нам типа вон туда надо идти, да? Вот и нет. Хотя, может быть, там проход. Ладно, подожди. Тут интересное, самое вкусное. Ходит. Лут ходит. И чё мы, бля... Тихо. Так, дом никого. Ну, заходи давай. Пищи где-то, блин, а где? Не поймешь. Оп. Тут лут. Все, выходим. Заходим, выходим. Так, вижу нескольких. О, привет. Так, сначала вот этого как-то надо. Ну, бляха, ступеньки. Это изолента синяя, причем. А кто стул подвесил? Или он так просто висит в воздухе? А, ну ладно. Бывает. Что с банкой-то? Как будто она замороженная, блин. Ладно, тоже не важно. Ой. Где выход? Ай, блин. Да ты поли... А, во, проход есть. Да куда ж ты, блин, идешь в эту сторону, куда я иду? Ну, это ж несерьезно. Где ты там? Что, лежим, говоришь? Полный лежим.
еще какой-то переходник или что там было. Так, сколько у вас еще есть, блин? Надо сохраниться. Вроде ничего так получилось. Так, вижу, он ходит. Там был еще кто-то. Или показалось, или кто-то был. Да я, блин, застрял опять. Свет можно выключить? Спасибо. Да, я смотрю, они тут прям хорошо веселились. Где твое оружие, лё? А, во. Ты где? А где твоя пушка, алё, студент? Ты же не просто так ходил тут. Получается, что просто так. Так, ну это выход на побережье. Мне явно, наверное, не надо. А вот и нет. Это прям где-то рядом совсем. Вон туда. Как туда подняться? А вот они, наверное, приплыли, да? На вот этом вот баркасе. С пиратским флагом. Ладно, походу я уже тут всех... Ну, это не точно, конечно, но вроде бы уже всех перебил. По крайней мере, больше я никого не вижу. Можно бы выстрелить, конечно, с винтовки, например. Нифига себе выстрел, блин. Но никто не это, не паникует, не верещит. Никаких движений не видно. Значит, наверное, нет никого. Трактор? С прицепом? Ну да. На всякий случай выключу фонарик. Потуши, а она не тушится. Тушится. Что там такое? Тут опять какая-то зараза плюется. Топорик. Один патрончик, который я потратил. Спасибо. О. Ну и все, как бы. Не густо. Так, подожди, мне сюда, говоришь, надо идти? Это сейчас будет сражение с этим. В темноте с медведем сражаться прямо в тот... Оно самое, блин. А луна еще высоко. Ну ладно. На этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.